И всем ассаламу алейкум, всем привет, с вами я, Декс. И сегодня в этом видео мы посмотрим новую эволюцию, которая будет у нас во Free Fire. Давайте сейчас зайдем и посмотрим, какие эволюции здесь есть. Есть здесь M1887, XM8, MP5, UMP, M1014, MP40, SCAR. Ну вы знаете все эти эволюции. И у вас такой вопрос: что же будет еще? И будет у нас... Ну, вы можете сейчас написать в комментариях, как вы думаете, что. Но это будет М-ка. Короче, мы сейчас все посмотрим, изучим. Вы нажимаете на лайкос, комментируйте, как вам эта эволюция, понравилась, не понравилась. Ну, естественно, места в гильдии пока имеются. Можете использовать эту возможность и зайти ко мне в гильдию. Давайте посмотрим новую эволюцию. Ну, здесь, в принципе, по традиции у нас, естественно, эволюция в колесе фортуны будет. Это очевидно, как она будет выглядеть. 7-й левел, вот так вот эмочка будет у нас выглядеть. Это пламенный дракон. У нас есть ледяной дракон, калаш. А будет уже пламенный дракон на М14. Ну, М4А1. Ну, вот сейчас мы посмотрим, как это будет вообще все происходить. Будет также добавлена вот такая вот доска специальная. Она будет называться Кобра, да? Смотрите, тоже здесь Кобра события. Ну, или это типа фейк такой, или это будет реально так. Дальше будет добавлен такой вот лутбоксик дракона. Дальше это доска. Потом будет у нас это что, граната или что? Или рюкзак? Ну-ка сейчас. Да, это рюкзак. Пылающий дракон, смотрите, у него как пылает. Ну, по-моему, эффект такой себе. Ну, в принципе, нормально. Но, по-моему, эффект как-то так себе выглядит, честно. Вот такой вот второй левел и первый левел. Сейчас мы посмотрим саму пушечку. Интересно, что там будет. По статистике там написано, кстати, дамаг. Да, я так вижу. И, по-моему, дамаг 2. Дамаг 2 и что-то еще там. Ну что ж, давайте посмотрим трейлер. Оп. Вот так вот вырезали, получили эмочку. Ну-ка. О, прикольно. В лаву утонул. Проснулся медведь. И все. Опа. Слушай, ну прикольно. Прикольно. Я думаю, уже закончится на этом, а нифига. Да, прикольно, слушайте. Так, будем смотреть. Эмоции. Слушай, довольно-таки неплохая, кстати, эмоция. Думал, будет хуже. Дальше вот такой вот килл. Имба. Слушайте, ну это тоже неплохая эволюция, согласитесь, да? Я думал, М18 будет, типа, самая имба. Вот это тоже, кстати, неплохая эмоция. Сейчас мы посмотрим вообще, как это будет происходить. Первый вот такой вот. Ну, вообще фигня, да, смотрите. Непонятно, что это такое вообще. Тут появляется статистика дамаг, там что-то еще. Вот на четвертом уже хотя бы, да, ну, плюс-минус нормально выглядит она. Дальше, пятый левел. У нас появляется такая вот фигня, типа как сливает челиков. Шестой. Ну вот уже, вот, вот, да. Уже такой нормаз, да. И седьмая. Вот так вот выглядит. Шикарно, слушайте. Ну, нет, эмоция крутая, ничего не скажу. Эмоция очень крутая. Вот, я, конечно, не ожидал, что будет на М4А1, вот, но я знаю, то, что будет еще какая-то эволюция, по-моему, на АН-ку. Вот прям 100% на АН-ку должна выйти. Но сначала у нас будет, естественно, М-очка, а потом уже будет АН. Вот, потому что они сразу же не могут выйти, да? Ну вот, в принципе, и все. Вы в комментариях оцените, как вам новая эволюция. Я поставлю оценку по 10-бальной шкале на восьмерку. Вот, почему 8? Ну, скорее всего, потому что, ну, дракон, опять же, это типа заезженная тема. Вот, но все-таки эволюция красивая, эмоция вообще шикарная. А вы пишите свое мнение в комментах, и я обязательно прочитаю их. Все, всем спасибо. И можете написать в комментах, как вы думаете, как будет следующая эволюция на купочку.